В преддверии Дня защитника Отечества в Доме культуры «Руслан» прошел праздничный концерт «Жизнь во славу Отечества». На него были приглашены ветераны и участники локальных военных действий и конфликтов, ликвидаторы техногенных катастроф и сотрудники силовых структур. В преддверии этого замечательного праздника всех наших земляков поздравить с этим замечательным праздником, Днем защитника Отечества. Я сегодня подписал все телеграммы нашим ребятам, которые служат в вооруженных силах сегодня, от Камчатки до Калининграда. Их тоже поздравили от имени жителей города Ульяновска. Добра, удачи, здоровья и мирного неба над головой. Творческие коллективы города подарили мужчинам свои лучшие выступления, а после традиционного выноса государственного флага страны, флага Ульяновской области и областного центра, на сцене состоялась церемония награждения. Глава Ульяновска вручил памятные награды, часы, благодарственные письма военнослужащим и ветеранам вооруженных сил, в том числе за значительный вклад в развитие ветеранского движения и активное участие в патриотическом воспитании молодежи.